Здравствуйте, друзья! Это «Книга рекордов» Гиннесса. Программа о достижениях и талантах пермяков, героем которой может стать каждый из вас. Сегодня героями «Книги рекордов» Гиннесса становятся ребята из школ Свердловского района Перми. Впрочем, не только Свердловского. Они исполнят одновременный разворот на 8 катамаранах. Почему катамараны? Почему именно сейчас, в начале сентября, рассказывает организатор сплава Татьяна Евсеева. Более 10 лет Центр дополнительного образования для детей «Луч» проводит детские сплавы, именно детские, потому что там очень большой воспитательный компонент для детей Свердловского района и города Перми в целом. Нынче мы преодолели 420 километров, но это включая еще и Коеву-Чусовую. И примерно 200 детей к нам приехали оздоровиться на сплавы. Замечательное мероприятие «Сплав». Дети все время приезжают с позитивом, с хорошим настроением. Масса интересных игр. Но есть момент, когда приходится расставаться. И расставание, оно всегда грустно. И мы им все время говорим, что мы встретимся с вами на гонках на катамаранах. И вот они приходят сюда в сентябре. Мы проводим гонки на катамаранах для тех, кто прошел сплавы или хочет себя попробовать впервые на катамаране с веслом. В одного с катамараном не управиться. Здесь требуется слаженное действие команды, и это не так просто, как кажется. Ну и самое время зафиксировать рекорд. Сейчас 8 катамаранов одновременно выйдут на гладь Мотовилихинского пруда и исполнят разворот. Поехали! Ну что ж, рекорд зафиксирован. 8 катамаранов исполняют одновременный разворот в сцепке. И если вы думаете, что это очень просто, зря вы так думаете. Это действительно рекорд. Книга рекордов Гиннесса. Рекорд зафиксирован, и осталось только поблагодарить пермских школьников и организаторов. Татьяна Николаевна, мы, как всегда, с подарочками. Это вам от книги рекордов Гиннесса. И наша добрая традиция, там объектив. Фото на память общую. Улыбаемся. Это была «Книга рекордов» Гиннесса. Героем программы может стать каждый, кто готов похвастать перед земляками каким-нибудь необычным, интересным достижением или талантом. Адрес для заявок – книга.рифей.ру. Пишите, ждем с нетерпением. Ну, на сегодня все. До встречи, друзья.